на канале Asmodee Play. Мы играем в Наруто. Итак, соперника себе, конечно, не нашел. Что по Wi-Fi? Ну-ка, по Wi-Fi вообще там есть где-то соперника? Можно найти? Это что такое? Так. Это я куда попадаю? Ага. В общем, там настраивать что-то надо. Так. А я уже забыл, что из них что. Ну-ка. Давайте сейчас посмотрим. Так, минутку. Это у нас сотрудник, так, с двумя мужчинами. Так, это что у нас? Режим сравнения. Так, вот эту давайте посмотрим, что такое. Да не то. Так. Вау. Тут что, где? Давай. Тихо. Да тихо ты. Тихо. Да я что ленать-то? А, вон как это. Вдвоем на одном компьютере. Ну давай. Не попал. Не попал. Ну-ка, тут, блин, это... Тихо. Вау. Попался. Не получилось посмотреть там до конца. Ой-ой-ой. Нифига, двое что ли? Вот теперь посмотрим. Нахренач у тебя. Получил. Вау. Тихо. И еще разок. Эй, подожди. Вау, на. Нехило, да, я его отлетел. На. Вот так вот. Кстати, Гай, сенсей неплохо, да, справился с этой ролью? Ну да, ты лошар вообще, я тебя даже в расчет не беру. Все, я понял теперь, что-то за режим такой. Подожди, а что, еще что ли? Пока. Так, не тот режим. Выйдем. Так, вот этот, по-моему. Ну вот один на один. Так. Вот так будет. Я буду играть. Чё у нас, кстати, так, Саски.
Саски. Вот, давайте-ка вот кукловода вот этого. Ну а ты у нас будешь... Давай вот. Сыграю с тобой. Посмотрим, кто кого. Да тихо ты! Да. Да. Кого-то я не того соперника, что ли, выбрал? Блин. На. Вот так вот. Попался. Что там, это какое-то там погребение или как оно там, или как-то кукла колдуна там, как оно называется-то? О! Нифига ты меня! На! Какими-то бомбами он закидал, ядовитыми. Тихо, тихо! Блин, бей, бей, бей! Успел. Все. Тебе хана. Не рассчитывал на это, да? Я взял, да смог. Так, теперь. Давай. О, жука вот этого возьму. Управление жуком. Так, ну ты. Так. Ну давай, тебя мы уже знаем. Сойдет. Возьмем что-нибудь. Во! Эпохальное место такое. Давай, давай, давай. На, вау! Подожди. Блин, промазал. Блин. Да тихо ты. Да блин. Я хочу узнать, что у тебя за способность. Так. Блин, так и не узнали. Ладно, второй раунд. Ну и он и жуки, как я понимаю. Да, блин. На. Вот так. Да твою ж мать, да ты как так-то? Ладно. Еще кого-нибудь. Жуком охреначим. Давайте-ка еще разок жука. Возьмем жука, будем... Вот как вот этих вот открыть? Они вообще могут открываться? При каких условиях они открываются? Ага, это сила удара, да? Ну-ка, давайте-ка посмотрим.
А ему поставим, ну вот это. Вот так вот поставим. Это вроде как сила удара, да, себе забабахал. Так вроде нечестно будет. Тихо, тихо. Уа! Смотрим. Жуки. Ну, вроде ничего тут не такого интересного особо-то и нету. Давай. На. Что, не ожидала? Я сам такого не ожидал. Тихо. Еще? А подожди. Все. Еще разок тебя отравим жуками. Там какой-нибудь супер жук есть у меня, интересно знать. Ой-ой-ой. Так. Да, блин. Я хотел что-нибудь сообразить, думал, может, поможет. Ладно. Так, ну ладно, это бои. Выходим из боев. Нет. Вот так вот. 2-2. Конечно. Давайте выберем. Я себе выберу Наруто и Саски. Ему выберу. Так, и не знаю, ну и вот так давайте. Все вроде по-честному, силы не прибавлял, не убавлял. Где тут можно быть эпохальна такая? Давай вот здесь вот. Вроде светло и мухи не кусают. Так. Но это не все. Вот так. Подожди. Да давай. Как тебе такое? Получила. Оп, оп. Да тихо ты, ты что меня бьешь-то? Что-то время. Да. Подожди. Тихо. Как тебе такое? Вот что. Ага, попалась. Рвать тебя буду. На. На, оп. Да бесполезно. Опа. Блин, я так до Саски не дойду. Так, подожди. Ага, промазал, ладно. Подожди. А я почему меняться-то не могу? Ага.
А он в такой форме, по идее, не меняется с ним. Давайте, кто у нас? И толстячка возьмем. Все. Все нормально. Вот как время поменять? 60 этих минут в настройках. Где поменять? Давайте. На выходе. Да. Как тебе? Да продвернись ты. Мимо. Да. Подожди, я что-то не понял. Ага. На. Подожди. Блин, не получилось. Да. Спокойно. Блин, а чё, надо было хотя бы одного завалить. Подожди. Да как так-то? Ну-ка дай-ка, мадам. Опа! Вау, вау, вау! Ага. Вот, блин. Да как так-то? На! Вот теперь посмотрим. Мясной танк! Что, и все, что ли? На! Оп-оп! Все, не получилось! Опа! Да подожди ты! Оп! Попался! На! Все, выстегнул! Хо-хо! Победа за мной! Вот такой я крутой человек, да, оказывается. Так, ладно. Блин, так скучно одному, надо с кем-то в эту бахаться. Так, это что у нас? Так. 2 на 4. Ну-ка. А, это надо 2. На одном компьютере, конечно, можно. Так. Это я даже не знаю, что. Случайный, да? Так. А, это обучение какое-то.
Или что, или двое на меня? Так, минутку. Так. Давайте я раз один на одного. Так. Вот это что такое? Что за тени? А, против теней, давай. Да, блин. Давай. Да, блин. Вау. На. Так. Так. Мне надо... Ага, набрал. Смотрим, что он может. Вау! Сила переполняет меня, да? На. Ха-ха, и рэпчик записал еще. Так. На! Так-то нехило. Вау! Куда ты его вынесла? Ага, вот десятки, надо десятками бить. Сейчас их подаю. На! Одного, интересно, побью или двоих отправлю? Кто там на линии атаки стоит? Один. Так, что со вторым? Вау! Это что за... Бунг. На. И опять. Ты у меня 20-й будешь. Завалил. Блин. Так. Вау, их трое уже. Так. На. Подожди. На. Блин, меня вынесли. Ладно. Так. Ну, по крайней мере, двадцаточку-то я сделал. Все? Нет. Мы выходим из этого режима. Выйдем из этого режима. О, знаю, куда мы пойдем. Да нет. Вот сюда пойдем. Так. Вот так. Что-то я не туда, да, опять? Так.
Понятно. Вот сюда. Проверим, какие есть. Какие есть? Да давайте вот. Учет же. А ты у нас будешь жертвой. Давай. А что же может лечиться, я так понимаю. Так, вот его первая простая суперка. Мясной танк. Понятно. Так. Ага, большая лапа, вот смотрите. Головой бьет, так. А, так. Он это в жизни пополняет, я так понимаю. Ну-ка, это много отнимает жизни, вот такая штука. Так, ладно. Вот, сейчас и проверим. А, нет, смотрите, как это тот же самый мясной танк. А, нет, другой. Какой-то прыгающий уже. Как резиновая бомба, так. Нет. Это у нас простой танк. Это нам не интересно. Так. Это нам не интересно. Ну так-то неплохое, да, расстояние проходит. Хватать. Нет, это прыгающая бомба, это мы уже испытали. Но зато он может лечиться, это уже хорошо. Давайте лучше другого на испытание возьмем. Нет, это не то. Так, испытание, вот будет жертва. Давай-давай! Смотрим, какие у него суперки. Так, одну суперку мы уже видели у него. Хоро-хоро! Так. Вау! Это я... Смотрите, нехило, да, так? Ну-ка, на какое расстояние оно действует? Ага, понятно. Так, это что такое? Так, понятно. Понятненько. Так, а если... Вот, вот так надо. Хоп! Нет, это простое было. А не... Ну да, это обыкновенное. Так, интересно, у него вверх идет. Так, понятно. Все. Только две функции. Слабовато.
Ну правильно, он правда еще и ни в кого не превращается. Так. Зато кидаться может. Так, понятненько, давайте. Давай-ка вот учителя своего отхреначишь. Сухой лист, там что там? Ветер Конохи. Так. Оп! Схватил. Какаш, если поймает на лету, так же может делать. Ну, мне кажется, или все так могут делать. Так. Понятненько, так. Нет. Да подожди ты. Ага. Все понятненько, так. Блин, так это мы уже видели. Ну-ка, ну-ка. Еще разок. А, я в другой режим вошел. Ну-ка. А в другом режиме, смотрите. Правда, оно жизни моей жрет. Это не понимаю. Но я сдохнуть-то не могу, нет? Нет. На. Охренеть. Просто удары гораздо сильнее. На. Ух ты. Ну давай. Так, из режима мне обратно уже не выйти. Ладно. Смотрите, как быстро. Ну что ж, я думаю, на этом все. На этом бое. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, оставляйте комментарий. Увидимся в следующем видео. Пока!